Митингом на Галоўнай площі в області відзначили 100-годдзя Кастрычніцкай революції. Представники уладу, працовных коллективов, люди поважаного возрасту и молодь разом згадали историю минулых часов. Выступление с трибуны, червоные стяги, портреты проводаров Коммунистической партии Советского Союза. На площади Ленина у основным люди старшего поколения. Для их свято 7 листопада – особливый день. Однако есть и молодь. Можно по-разному относиться к Великой Октябрьской социалистической революции. Но то, что много хорошего было, и то, что мы это хорошее должны помнить. Для меня лично праздник большой. Я всегда выхожу. Здесь мы встречаемся со многими друзьями, общаемся, говорим об истории, о нашей жизни. Нужно вместе, как бы, и что молодежь и старшее поколение, вот как бы такие вот мероприятия нужно проводить с достоинством и чтить память прошедших наших дней. Просто надо уважать эту историю, что наши деды, прадеды ее прожили, и нам надо достойно эту историю нести нашим, ну скажем, нам и вам будущее поколение. Кветки до помника Владимиру Ильичу Ленину, так само данина поваги. Можно долго разважать, что принесла Великая Кастрычніцкая революция. Однако докладно вядома, это была подея, якая у корени изменила ход истории. И это так само варто уваги. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, новини региона.